поехала в Китай. Я умираю, пожалуйста, откройся. Твоё впечатление, оно важнее всего. Я никого не боюсь, я всех уважаю. Шоколадки решают все. Привет, меня зовут Ди. Я из Самарского государственного технического университета. Учусь на программной инженерии. Третий курс. Моя любовь — это наука. Сложно ли было поступить? Поступить было легко. Почему? Потому что изначально рассматривались различные варианты поступления в университеты. Впоследствии, когда пришла на кафедру, заранее поговорила с кафедрой и поняла, что это направление, на котором я точно хочу учиться. Но на втором курсе, точнее на третьем, я уже его поменяла. То есть я училась на прикладной математике и информатике и поменяла направление на программную инженерию. Чему можно научиться в сам ГТУ? Тому, чему ты хочешь сам. В зависимости от того, какие у тебя цели, какие у тебя задачи, ты это можешь достигнуть. Если ты хочешь танцевать, петь, пожалуйста, иди в STEM, и это все, чего ты хочешь, получишь. Хочешь руководить людьми, иди в правком, становись председателем правкома. Хочешь заниматься наукой, приходи преподавателем, будешь заниматься научной деятельностью. То есть, в принципе, университет дает тебе возможность делать все то, что ты хочешь. За что ты любишь свой универ? За все то, что у меня есть сейчас, за все те возможности, которые открылись передо мной благодаря тому, что я поступила в университет. Потому что если не поддержка того преподавательского состава, который есть у меня сейчас, вряд ли бы вообще я достигла того, чего достигла сейчас. Плюс университет дал мне возможность познакомиться с преподавателем Тиньшань, и благодаря ей я выучила китайский, поехала в Китай, и, в принципе, у меня все идет классно в сфере китайского языка. Если бы все универы были супергероями, то каким супергероем был бы твой универ? Тони Старк. Но только он не умер, ладно? Ну, потому что Тони Старк умер, защищая... Нет, ну, в общем, он не умрет, потому что он развивается. Нельзя говорить, что университет умрет. Ну, Тони Старк, потому что крутой, я его люблю. Что тебя бесит в универе? Меня бесят некоторые охранники, которые знают меня, пьют со мной чай, но потом при виде кого-то делают вид, что они меня не знают, и заставляют открывать рюкзак, потому что я тороплюсь. Как не слететь со степухи? Учиться и все. Ну, в принципе, я считаю, что можно даже не сдрачивать на учебу и просто как-то посещать пары, хотя бы лекции, именно лекции. Ну, можно пропускать, я считаю, практики, если ты хочешь. И можешь посещать лекции, улыбаться преподавателю и давать ему понять, что ты реально любишь его предмет, тогда ты всегда будешь на стипендии. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Бумаги нет. Знаю. В общем, ситуация такая. У меня одногруппник пришел один раз на пару с входа. Это потоковая лекция. Кричит старости. Где туалетная бумага? Почему ты не обеспечиваешь сбор туалетной бумаги? Чем я должен вытираться? Дай мне свою тетрадку. И был полный скандал. И он реально скандалил. И потом пошел к проректору говорить, почему я должен приходить в университет, в котором нет бумаги. Ну да. Ну я не знаю, зачем. Мыло, не знаю, у меня всегда с собой салфет. Кого ты больше всего боишься в своем универе? Никого. Блин, сейчас скажу так, а потом что-нибудь не сделают, и потом придется бояться. Кого я боюсь? Ладно, скажу красиво. Я никого не боюсь, я всех уважаю. За что могут отчислить? За физру. Только за нее. Ну так, и если ты ударишь случайно преподавателя. Такой случай я знаю. Ну, случайно. Он просто ростом с того пацана, которого другой хотел ударить, и он случайно его ударил. Такое бывает. Как попасть в общагу после отбоя? В первой общаге можно заходить во сколько угодно. Интересно, я пришла в 3 ночи, не показывается это моей маме, что я прихожу так поздно. Вот, я стучалась, там закрыто, я охраннику стучу и говорю, я умираю, пожалуйста, откройся. Он сонный и сказал, где ты так долго гуляешь? Я говорю, прости, но на следующий день я не дала шоколадку, забыла в этом случае. То есть спокойно. Вот, вам хорошие эти комментарии. Шоколадки решают все. Блиц. Зачем объединились со Стрейком? Чтобы стать больше. И уменьшить стипендию. Блин, зря. Как успеть занять место на парковке? Не водить машину. Где лучше поесть рядом с политехом? Дома. Сколько у тебя стипендия? Ну, около 10, скажу так. Так-то 10, если губернаторская плюс 30, сейчас будет правительство 9. Ну, хорошая стипендия. Люблю политех. Кем ты будешь после окончания? Крутым человеком. Сколько будешь зарабатывать? Где-то 40 в начале, это первый год, дальше от 80 выше. Совет для студентов. С самого начала нравится преподавателю. И как бы ты ни хотел прогулять, лучше первый месяц, когда на первом курсе, понравиться всем, показать, что ты реально стараешься, что тебе реально все так интересно, что ты всю жизнь мечтал свой поступить в университет, дать понять преподавателям, и все, и дальше все будет хорошо. Потому что первое впечатление, оно важнее всего.